Всем привет! Вы на канале Funny Yorkshire Terrier. И сегодня у нас будет распаковка посылки с Алиэкспресса. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. К нам пришла вот такая вот большая посылка. Я даже знаю, что это. Это лежанка для Фани. Так как посылка во время доставки порвалась, я смогла увидеть, что это лежанка. Похожую лежанку я заказывала Фани, когда Фани было полгодика. Но тогда посылка была упакована в вакуумный мешок и была плоская, но довольно большая. А вот это с квадратной. Не знаю, будет ли тот размер или меньше. Что-то меня напрягает, что посылка очень маленькая. В прошлый раз я заказывала фиолетовую, а в этот раз заказала цветную. Приступаем к распаковке и посмотрим, какая нам пришла лежанка. Ножницами пользоваться я не буду, я просто разорву, так как очень плотно лежит лежанка, не хочу ее порвать. Да, как я ожидала, она в вакуумном мешке. Но она довольно маленькая. Я думала, что она будет больше, кстати. Я даже разочарована. Я думала, что она будет больше. Не знаю, поместится ли в нее Фани. Сейчас посмотрим. В лежанку Фаня поместилась, даже осталось много места, и я решила сразу в ней спать. Я этой лежанкой очень довольна, мне очень нравится, что она такая приятная и цветная. В магазине много разных цветов лежанок, можно выбрать тот цвет, который вам больше нравится. У нас к этой лежанке даже есть вот такое вот небольшое одеяло. И еще одеялка побольше я заказала, потому что зимой Фаня мерзнет, и я ее закрываю одеялом. А как вы знаете, с Алиэкспресса покупки очень медленно идут. А также некоторые вещи, которые пользуются спросом, быстро пропадают. Вот этот цвет выходит сейчас из продажи. Возможно, его мы больше не сможем купить. Фане лежанка нравится, она ей довольна. Я, возможно, такую квадратную еще куплю на пол, чтобы она в ней спала. Вот такие вот у нас были покупки. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался. Ставьте нам лайки, а мы с вами вас очень любим. Желаем вам крепкого здоровья и ждем в нашем новом видео.